Тем временем завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего пермяка, совершавшего дерзкие нападения в центре Перми. Напомним, днем 11 декабря прошлого года злоумышленник атаковал с ножом в подъезде одного из домов в центре Перми 14-летнюю школьницу, а за день до этого в соседнем доме ограбил молодую женщину. Он внезапно ударил свою жертву бутылкой по голове, разбил бутылку, после чего, чтобы подавить волю потерпевшей к сопротивлению, нанес несколько ударов ей, то есть взял ее за шею и нанес несколько ударов головой об пол, об бетонный в подъезде, после чего похитил находящуюся по ней ручную кладь с продуктами. Толком поживиться, впрочем, не удалось. Добычей налетчика стали несколько яблок и предметы женской гигиены. Следующее нападение также стало провальным. Жертва преступника, 14-летняя девочка, дала отпор и отстояла свое имущество. Правда, ценой собственного здоровья. Нападавший буквально истыкал ее ножом и скрылся. Но школьница описала приметы преступника, и того задержали по горячим следам. В принципе, девочка себя чувствует удовлетворительно. Значит, все телесные повреждения у нее потихоньку заживают. По результатам предварительного расследования он полностью признал вину в совершении обоих преступлений. И в настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено прокурору для утверждения. И последующего направления, соответственно, в суд.